Не получается рассчитать ваш скор без привлечения судьи? Есть решение. Матрица расчета альянса замерительного итога. С ее помощью вы посчитаете любой варскор. Давайте посчитаем на следующих примерах. Для сравнения будем также смотреть решение от Карамела. За двое я и Любика против Тевтона. У меня 73 варскор или 63? Капнул на 23. Карамел, кого выше? Подожди секунду. Напал швед? Швед плюс Любик на Тевтона. У вас за количество участников минус 10 варскора. Кашгар. Хорошо. Ты сразу пиши в ЛС проф. Он капнул на 23. То есть у меня 63. Нет, у тебя 60 плюс 23 минус 10. 73. То есть 73. Да. Хорошо. Надеюсь, это Швейцария. Блин, это не Швейцария капнула. Сэш. Кап 9, алло. Вот это сейчас Ярик, можно. Что, идём Фредерика закачивать, получается? Ух. Блин, как жить, когда на адвайзеров 50 монет уходит? То есть помоги. 1, 2, 3, то есть это... Доп, помоги жить, будь ласка. 63 варскора. Ой, ебать там заодно. Так, ну неужели хотя бы 10 монет золота этого получаю, вонючего? А, поляк. Да. Ты ж посчитал, сколько у тебя варскора, да? Ну, минус 69, минус 20, 49. Да? Да. А, ну, вообще 63. Ну, подожди, на скольки ты капнул? На 34. 34, напал ты, значит, это 894. У Карамела на вычисление ушло вдвое больше времени, чем у Матрицы. Замер варскора при помощи Матрицы расчета альянсами замерительного итога – это быстро, точно, без привлечения судей и оргов, без регистрации СМС. Пользуйтесь, мрази. Ссылка в описании. В основе формулы лежат правила 2.3 и 2.5 теленка 2022. Правило работает только для замерения лидеров альянсов.